Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, обязательно на него подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте начался новый конкурс на вот такой вот прекрасный дигл. Ссылочка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте. Народу участвует очень мало, шансы выиграть очень большие. Помимо скинов в CSGO, мы разыгрываем еще и ключи на игры. Каждый сможет выиграть. Поэтому залетайте, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Ссылки, повторюсь, опять же, есть в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на довольно-таки странную этикетку от Tornado Energy, а именно Tornado Max Storm. То есть, по сути дела, это Tornado Energy Storm, но почему-то он вот с такой вот этикеткой. Лично для меня вообще непонятный. Изготовлено 26 июня 2023 года. На данный момент у нас 13 июля 2023 год. То есть, получается, грубо говоря, 18 дней назад плюс-минус было изготовлено. То есть это получается то ли новые этикетки будут выпускать с этим энергетиком, либо что. Либо это просто в магазине. В магазине я покупал без названия, в прямом смысле этого слова. 99 рублей стоит, но магазин вот такой, скажем, у дома, да? То есть может они сами типа этикетку приклеили. Ну-ка, даже интересно это посмотреть вообще. Да нет, вроде. Этикетка своя, родная. Так, не знаю. Просто Tornado Energy, чтобы вот такую вот этикетку приклеила на свою бутылку, это очень странно. Потому что это выглядит как какой-то бомжатский энергетик, честно сказать. У меня был обзорчик на литровый энергетик Tornado Energy Storm. Сейчас я его даже попробую найти, показать. И там бутылка очень красивая по дизайну. Тут еще посмотрите. Тут вот так вот. Покоцано еще сверху. Так. Манго. Во! Литровый энергетик. Во! Я даже в интернете нашел данный ролик, данную превьюшку. Вот превьюшка. Блин, соска. И вот. Tornado Energy, вот, Max Storm. То есть, посмотрите на эту красоту. Полностью бутылка обрисована. Ну, красотишка просто. В интернете таких я не нашел. Буду тогда думать, что это... Не знаю, типа, новый этот, что ли, так скажем. Новая этикетка энергетика. Либо это на списание, что ли, идет. Я, честно говоря, вообще не пойму. Пока что не понимаю. Если это реально новый дизайн упаковки, то это дерьмо просто. Это просто туфта. И все. Сказать мне больше об этом нечего. Это реально туфта. Просто бред. И все. Мне не нравится. Объем 1 литр, собственно. В магазине хранилось просто на полке, пришел домой, на 1:20 закинул в морозилку. Поэтому энергетик холодненький. Ну, давайте пробовать это чудо, что да как вообще.
принципе, обычный вкус, запах, то есть. Нет, не падай, крышка. Заливаем. Вроде энергетик не открытый. Не, ну это реально какая-то хрень просто. Либо они начали экономить жестко. Возможно, из-за санкций какие-то проблемы. Потому что бренд Торнадо... Ну вот этот бренд Торнадо Energy, он, если что, швейцарский бренд. Global Functional Drinks владеет данным брендом. Так, ну в принципе, вот такая вот жижа. Чуточку по цвету похожа на колу. Фух, я уже испугался, думал, у меня микрофон выключен. Фух. Записал я сегодня уже один ролик без микрофона. Перезаписывал, сидел потом. Вроде как. Фух, чутка прокашлялся. Вроде как обычный вкус. Меня сейчас еще интересует кое-какая тема. Мне нужен сайт Торнадо Energy, чтобы зайти и посмотреть. Они же дизайны поменяли упаковок. Баночных вариантов. Может, они реально будут менять сейчас дизайны. Так, где? А, да, смотри-ка. Почему-то не могу посмотреть, нажать. Блин, не могу нажать посмотреть, чтобы вам показать. А, во-во-во. Так, сейчас посмотрю, нет ли чего запрещенного тут. Вот, в принципе, вот это вот. То есть они чуточку дизайн поменяли в баночке энергетика. То есть посмотрите вот сюда. Такие вот красные тут линии, да? Сохраните в своей памяти сейчас дизайн и смотрите на бутылку, которую я вам покажу. Смотрите бутылку. Видите, дизайн одинаковый. У них раньше дизайн был другой. У банки. Баночного варианта. То есть даже сейчас могу показать. Баночный вариант. Упаковочки. Так, где он... А на шторм я делал вообще обзорчик или нет? Ну-ка. Торнадо шторм. У меня вообще был на баночный вариант энергетика обзор. А, вот он. Вот такой вот. То есть, видите, тут красных нету, как сейчас. То есть, редизайн у них недавно произошел буквально. И вот теперь посмотрите вот сюда и посмотрите вот сюда. То есть... Редизайн, так скажем, налицо. Больше красных вон всяких этих появилось штучек. Поэтому, судя по всему, будут в магазине такие, что ли, не знаю. Посмотрим со временем. Может быть, реально этот меньше затрат хотят делать, не знаю. Может, литровые энергетики меньше покупают, хотя я лично литровые энергетики приветствую. И они очень удобны. Например, когда ты очень сильно... Ну, ты... Вот я, например, уже на протяжении года там стабильно пью энергетики. Чуть ли там не каждый день. Редко бывает, что... Задерживаю... Задержка, да, у меня там в день-два редко бывает. И если, например, хочешь поехать куда-то... Покупаю как раз литровые энергетики. Вот Торнадо Energy идеально подходит. Литровый энергетик. Ну, потому что больше нету ничего. Либо флэш. И все, в принципе. Флэш или Торнадо. Все. Больше энергетиков нет литровых. Поэтому выбирать не приходится. Так, вроде что-то еще хотел сказать, но забыл. Что по вкусу вообще могу сказать, кстати. Вкус.
Как будто немного какой-то мятой смешаны. Энергетик. Вкус энергетика. Такое ощущение у меня. Такое реально вот в рецепторы чувствуют, как будто бы такой мятный вкус, что ли, немного присутствует в энергетике. А так по вкусу, в принципе, энергетик тот же самый, но в энергетике есть вот эта тема вяжет. Как сказать? Горло вяжет чутка, как флеш-ап. Вот такая же фигня. Я, в принципе, об этом и говорю. Да, у меня же ролик вот и называется «Вяжет горло или же показалось?» Не показалось все-таки. «Вяжет горло или же показалось?» Даже вот превьюшка идеально вставлена. Поэтому вязание горла никуда не делось. Поэтому шторм не особо люблю покупать. Ну, на этом, в принципе, все. А, подожди, не все. Из-за того, что вяжет горло, поставлю оценку 4 из 5. Я бы даже сказал, не вяжет горло, а собирается почему-то вот этот вот. Слюна прям накапливается в верхней части, да я даже не знаю, в верхней части горла. Прям вот я чувствую, я вот уже плевал сейчас, от этого энергетика ходил, плевал. И уже слюна следующая набирается, такая прям сахаристая. Я об этом рассказывал в некоторых своих роликах. А, во флеше рассказывал, на редизайн упаковки делал, там такая же фигня. Это обычно у дешевых энергетиков такое бывает. У других энергетиков нет такого, тот же какой-нибудь дорогой Burn берешь. Или у Торнадо есть эти же энергетики, да, Торнадо, данный бренд если брать. Другой вкус берешь, не Шторм. Все хорошо, не вяжет абсолютно. Все четко. Поэтому оценка 4 из 5, из-за того, что горло вяжет. Так, таурин. 12 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. На литр напитка я даже не могу сказать. В принципе, объем 1 литр. Не могу сказать, много это или мало. На 100 миллилитров напитка 12. Это получается сколько у нас? На 100 миллилитров. 12 на 100, если мы умножаем калькулятором. Это сколько будет-то? Я вот что-то все не пойму. Это же 1200, что ли, будет? И... Нет, это же не может быть так, типа. Ты умножаешь по сути дела, на 10, что ли? Литр, допустим, это 1000, да? 3%. Вот, блин, у меня эти цифры почему-то вызывают прям... Этот, как называется? Сомнения прям большие, когда я начинаю делать подсчеты этого таурина, кофеина, у меня почему-то сомнения возникают. Хотя я прав даже без какого-то калькулятора. Но у меня почему-то вызывает это сомнение, я не знаю. Как будто бы у меня... Блин, как правильно сказать? Как будто я думаю, что должно быть больше или наоборот меньше. Вот так вот. А оказывается по-другому. Не знаю. В принципе, посчитать я, наверное, сейчас вообще не в силах. Хотя если остановить серию, пораскинуть чутка мозгами, в принципе, это можно сделать. Сейчас посмотрим кофеина. Я думаю, я возьму за это дело. Так, где тут про кофеин речь? Почему в этой табличке не написано речи о кофеине? Где? А, кстати, еще, почему литровые энергетики, может, не в моде? Люди, может, покупают энергетики, большинство, наверное, я точно не знаю, предположение. Supposed, так сказать, да? Supposed, я. I am supposed, я предполагаю. То людей не торкает, типа. Мне даже в комментарии писали на Рутубе,
что энергетики сейчас очень слабые в плане кофеина, они не вставляют, не торкают, нет какого-то эффекта, как от опьянения какого-то и так далее. Все это осуждаю, кстати, не одобряю вообще. Лично для меня, для человека, который бывает и по 3-4 энергетика в день пьет, наоборот, это хорошо. Успеваю делать обзоры, обозревать энергетики и не умереть, так сказать, после 3 или 4 обзоров. По поводу кофеина, в принципе, менее 150 миллиграммов на литр кофеина здесь. Ничего абсолютно удивительного здесь нет. Дефолтный показатель, в принципе, обычный. Если объем 1 литр. А вот по поводу таурина. Ну да, по идее 1000. Если, может быть, 1000 поделить на 12. А, 1000 мы делим на 12. И мы получаем... Вообще... 83. А надо ли оно нам? Деление. Я, в принципе, сделал все по-умному. И придумал способ, как посчитать таурин. 120 миллиграммов получается на литр. И для меня это непонятно, кстати. Почему так мало? Очень мало. Это дотягивает до среднего значения в баночном варианте. Не знаю, либо ограничения какие-то стоят, либо что-то еще, не знаю, короче. Я просто, короче, вспомнил, как хотел посчитать. В каком-то другом видео вроде тоже хотел посчитать, но забыл. Или когда засыпал, подумал о том, как посчитать это дело. Просто 12. 12 умножить на 10. Просто 12 плюс 12 плюс 12 плюс 12. Я даже сейчас в калькуляторе это посчитал, чтобы прям точно быть уверенным. Даже сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 раз. Все правильно. 120 миллиграммов на 100 миллилитров. Ой, на 1 литр. Все. Этот ролик закончился, слава богу. Я закончил на него обзор. Всем большое спасибо за просмотр. Тут, в принципе, были мои рассуждения по поводу этого энергетика. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.